ремесло дороже золота. Жил некогда богатый царь. Он часто тайком от слуг одевался в рубище нищего и ходил странствовать по городам и селам, послушать, что о нем говорит народ. Как-то раз в одном селе царь встретил девушку, такую красивую, что кто не видел ее, говорил: «Ни пить, ни есть, на нее смотреть». Царь вернулся к себе во дворец и сказал своим слугам: «В такой-то деревне живет прекрасная девушка, пойдите и скажите, что царь хочет на ней жениться». Слуги отправились в ту деревню, нашли дом девушки и тотчас удивились и восхитились ее красотой. Сказали они отцу и матери девушки, что царь очарован их дочерью и хочет на ней жениться. Отец девушки был бедный крестьянин. Не поверил он, что царь удостоил его дочь такой чести. Но люди царя убедили его, и тогда он сказал: «Ладно, как он прикажет, так и будет». И обратился к дочери: «Дочь моя, царь послал своих слуг, сватается за тебя. Что им ответить?» Девушка спросила: «А какое у царя ремесло?» «Что ты, дочь моя, ума лишилась? Какое у царя может быть ремесло? Он владеет миром, что захочет, сделает, а мы все его слуги». «Нет, мой муж должен владеть каким-нибудь ремеслом, иначе я за него замуж не пойду. Ремесло дороже золота». Пришли слуги, передали царю ответ девушки. Удивился царь, но ничего не поделаешь. Ради девушки решил выучиться ремеслу. Выбрал он самое легкое ремесло, стал учиться ткать ковры. Овладев этим ремеслом, царь соткал для своей невесты красивый ковер и послал ей в подарок. Девушке понравился ковер. Распрощалась она с отцом и матерью и со слугами и отправилась в царский двор. Царь 7 дней и 7 ночей свадьбу справлял. Поженились они и стали жить в почестях и славе. Прошел не то год, не то два, и снова царь в одежде нищего стал обходить свои города и села, решив узнать, что о нем говорит народ. Как-то раз во время одного из таких странствий царь попал в руки разбойников, которые, узнав о его ремесле, не убили его, а продали богатому купцу. Купец запер царя в темную каморку, дал ему шерсти, чтобы он ее растрепал, и соткал ковер. Царь соткал ковер до такой красивый, подобного которому не было во всем мире. Увидев этот ковер, жена купца сказала мужу: «Пусть он выткнет большой ковер, отнесешь его в подарок царю, а он, авось, в долгу не останется». Купец пошел в каморку ткачу и сказал ему: «Хочу сделать царю подарок. Вытки ковер, да только смотри, чтобы в целом свете такого не было, и чтоб он был величиной с царский зал, ни на волос, ни больше, ни меньше. Не снести тебе головы, если не выполнишь моих условий». Царь, услышав это, очень обрадовался, а длину и ширину своего зала он хорошо знал, и соткал он такой ковер, какой требовал хозяин. А в углу ковра выткал буквы так, чтобы только одна царица могла прочесть, что он попал в беду и просит освободить его. Купец остался доволен работой и понес ковер в царский дворец. Слуги дали знать царице о принесенном подарке. Царица расстелила ковер, увидела, что он ни на волос, ни больше и ни меньше комнаты, удивилась очень, осмотрела весь ковер и в одном углу увидела буквы. Прочитав надпись и узнав, что случилось с ее мужем, царица побледнела. Царь и прежде ходил по стране недели, месяцы и годы, но никогда ей в голову не приходило, что может его постигнуть такая участь. Царица тотчас повелела привести того, кто соткал этот ковер, целым и невредимым во дворец. Слуги отправились с купцом к нему домой, зашли в темную каморку, но царь очень изменился, и они его не узнали. Ткача повели в баню, искупали, нарядили в новые одежды и отвели в царский дворец.
А купец наставлял его, как вести себя во дворце, как стоять и кланяться. Когда царь вошел в палату, царица тотчас же бросилась к нему. Обнялись они. «Правда твоя жена, — сказал царь, — что ремесло дороже золота».